Всем привет! Ну что, продолжаем эпопею с ремонтом. Сейчас там расставил все необходимое там по уровню, короче, по электрической части выставляю. Там линолеум раскинул, чтобы разгладился немножко. Потом уже обрежу так, как надо. Ну что-то типа такого должно получиться. Раскинул, здесь получается зала. Мебель все перетащу, здесь будет как гостевая. Здесь этот шкаф станет, как раз выделался, идет. Здесь вымерил, как диван будет стоять. Розетки сразу по краям будут. Подготавливаю потихонечку эти точки, где именно что будет находиться. Здесь стол компьютерный станет. Здесь как раз розетка подключения для него. Или там по телевизору. Тоже здесь крепеж будет. Висеть будет, короче, тоже по телевизору. И этот. Розеточка. О, розеточка, выключатель точнее. Так, ну что, частично, короче, закончил. Эта сторона полностью готова, правая. Этого даже видно не будет, тут как его крепление для телевизора будет стоять. Сейчас эту сторону уже начал делать. Распаечный предел. Розетки. Как раз по краям дивана будут они стоять. Зарядку, не зарядку сделать. Подключить. В принципе, немножко осталось. Сегодня главное разводку сделаю основную. А там уже по состоянию посмотрю. Может, сегодня как раз и питающий кабель потяну, потому что все будет идти от новой. Щитка, короче, распределительного будет идти от новых автоматов полностью. Это старое я не буду подключать, буду полностью вырезать вообще полностью всю электрику, которая здесь есть, и все полностью по новой. Вообще все новое будет совершенно. Так, ну что? Комнатка наша потихонечку преобразуется. Уже поинтересней становится, скажем так. Все работает, электрика все отлично, никаких проблем нету. Дофига чего уже. Шкаф пока затащил тяжеленный, зараза, блин. Дверцы повыбирал лишь, чтобы поменьше массы было. Сейчас назад все прикручу, сложу все так положено. Все, что и должно быть. И попробую как-то диван сюда перетащить. Разберу его, конечно. Попробую затащить. Посмотрим, что получится. Все, в целом, в принципе, готово. Останется там только плинтуса приколотить в гостевой. И готово. Мебель я уже перетащил, сейчас покажу, что получилось. В принципе, мебель мешать ничего не будет, чтобы плинтус там прибить. Я все равно строительным пылесосом работаю во время, когда с перфоратором. Ни пыли, ничего не будет, грязи. Ну и вот что получилось. Блин, мне так нравится. Чуть повешал, останется только эти блокауты купить еще, шторы. И все. Розетки прям как надо, идеально стали. Как я и хотел. Сторон. Прям вообще мега. Короче, этот диван, походу, здесь, да, в принципе, вся эта мебель здесь, наверное, останется в гостевой, а в зал уже новую куплю после ремонта. Диван побольше возьму туда. И это хорошо здесь стало. И тюль, кстати, зала тоже залетела прям как надо, идеально. Шкаф тоже прям вообще как надо стал. Про это плинтуса говорил, то что потом сделаю его. Там тоже кусочек. И телек этот пускает 50 дюймов, в принципе. Для этого какого-то нормального зала, наверное, дюймов. Не знаю, 60, может, 65 возьму уже. Так что я могу сказать? Я доволен. Мне нравится. Надо продолжать дальше. В принципе, что получается? Санузел есть. Сделан. Гостевая сделана. Сейчас с залом хочу заняться. Потом... Спальня, то переберусь там только с полом поработать, со стенами, в принципе, все, больше ничего такого. А, ну электрику, соответственно, электрика везде будет меняться. Розеток, а все остальное уже закупился, думаю, хватит, на все. В коридоре потом сделаю, прихожей в этой. И когда залом буду заниматься уже, и прихожей, получается, потолок еще на стене там останется. Ну, зал, прихожей, конечно, посерьезнее будет работа, чем там спальня. Спальня там, так, волчок, можно сказать уже.
Так, ну что, спальню, ой, гостевую, в принципе, готово. Зал практически полностью поубирал, чтобы ничего не мешало. Сейчас еще это надо собрать, либо пока оставлю, пока так удобнее ходить будет. Поубирал эти плинтуса, не плинтуса, или как они там называются, карнизы, ё-моё, не плинтуса. Сейчас обои начну сдирать, и вот это вот, короче говоря, тоже начну сдирать, ну и лишний кабель канала освещения пока вместе ставлю, розетку тоже пока вот эту оставлю. Остальное буду убирать полностью все. Ну и придется пока оставлять тогда и роутер. Так как Ростелеком пока еще жопоньку свою не подшевелил. Точнее, подрядчик жопу Ростелеком, чтобы сюда оптику потянуть. Настоечку сделаю, цедру подготовил, здесь почти 1,5 литра будет. И сейчас сок выжмем, тоже добавим. Причем я прям с этими шкурочками, короче говоря, добавляю. Ладно, убирать все лишнее. Все нормально получается, не горечь и ничего не дает, достаточно вкусно получается. Потом 2 недельки будет стоять, как раз до Нового года. Ну, в общем, такая красота получается. Еще настоится, им будет вообще вкуснятина. Точно не знаю, но градусов 30-32, наверное, где-то здесь будет приблизительно по итогу. Так, ну что, пусть пока немножко это отколи. Пойдем пока креветочки поставим варится. Да, салатик. Варить я, конечно, не буду. И чисто температуру подниму сейчас воды, потому что они, в принципе, пропарены уже. За минуту буквально надо погреть. А так салатик. Такса. Черри эти. Креветочи. И оливочи. Это супчик хочу сделать. Ну и подложечку для декорации, скажем так. Еще, наверное, смочить побольше. Ставим прекрасно, нормально. Thank you.
Немножко новогоднего настроения. Светло, правда, еще. Ну, ничего страшного. Подготовка к романтику. Так, ну что, короче. Здесь кусочек остался буквально. Мелочевка. Вот это белое, это уже без обоев, короче. Штукатурено. Здесь основную часть повыбирал. Темное это то, что водой. Здесь кусочек остался. Ковер что, короче, я сделал, чтобы пока не выкидывать его, таскаться. Располовинил. Кусок, короче, сюда приделал. Все равно потом это все берется в любом случае. И кусок сюда, короче, прифигачил тоже. Ну а что нет, пускай пока будет. Летом буду ремонт делать, все равно это все выкинется. Так что как-то так, сейчас ремонт, наверное, пока это, на сегодня хорош. Стало, блин. Привет, сейчас покушать приготовлю и все. Сядем, отдохнем. Ну что, неделька была достаточно интенсивная, скажем так. Поработали, ремонтиком позанимались. Спасибо. Сегодня такой небольшой романтический вечерок решил сделать. Что-то соскучился по этому всему, если честно. Очень сильно соскучился. Присесть, скажем так, немножко отдохнуть. Давай, Васяня. За нас с тобой. Все, за вас, друзья, тоже. Что-то с салатиком получилось. Ладно, ребят, не будем затягивать дальше видео, застолье это все. Всего вам хорошего, добра, позитива, как всегда по максимуму. Хороших выходных, хорошего настроения, хорошую компанию обязательно.